Добрый день, в эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях директор Российской региональной академии в Армении Магер Шалгердзян. Добрый день, господин Шалгердзян. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Спасибо за приглашение. Господин Шалгердзян, вы как директор Российской региональной академии в Армении, которая раньше называлась Академия ОДКБ, интересно узнать ваше мнение по поводу деятельности ОДКБ в последнее время в рамках именно вот, конфликта в Карабахе, потому что некоторые эксперты считают этой деятельность, что была достаточно пассивной и что ОДКБ в полной мере не участвовала в разрешении конфликта, тогда, когда уже этот конфликт перешел на территорию Армении, на границе Армении. Ваша оценка деятельности? Смотрите, когда мы рассматриваем деятельность или подходы ОДКБ и последние боевые действия, которые, к сожалению, отняли у нас более 5000 молодых жизней, мы должны рассматривать с двух точек зрения. Первая точка зрения – вообще роль ОДКБ. Роль, да, естественно, Армения находится в военно-политическом союзе ОДКБ. Что это нам дает? Это дает, во-первых, вооружение, однозначно. Во-вторых, это часть, скажем так, наших стратегических отношений с Россией, поскольку Россия является, по сути дела, фундаментом и главным действующим лицом в организации договора о коллективной безопасности. По поводу роли ОДКБ в последних, ну, я не называю это войной, поскольку война и не кончалась. Это просто часть боевых действий. Вот. Тогда Армения должна была изначально, просто, по-моему, обратиться и задействовать очень многие дипломатические рычаги. Несколько раз еще во времена Бардюжи, который был генеральным секретарем ОДКБ, было заявлено о том, что ОДКБ предпримет все действия для того, чтобы в рамках договоренностей и подписанных документов обеспечить безопасность Армении. Там был один очень интересный момент, и с русской стороны об этом говорили, это фактор наемников на территории во время боевых действий. Вот, и с этой точки зрения у нас была зацепка. То, что ОДКБ должно быть реформировано и так далее, это об этом мы и давно говорили. Но одновременно мы должны понять, а что можно получить от ОДКБ и от Евразес, и от тех, то есть прагматично. Да, членство Армении в ОДКБ это соответствует нашим национальным долгосрочным стратегическим интересам однозначно, с моей точки зрения. И давайте не забудем, что наши взаимоотношения в ОДКБ и наше членство в ОДКБ, оно пересекается с нашим стратегическим союзом, с Российской Федерацией, главным нашим союзником, нашим военным союзником и, я думаю, что главным игроком на Южном Кавказе. Вот в чем суть. После того, как председательство в ОДКБ в сентябре этого года перешло к Армении, на ваш взгляд, будут ли более активные действия в отношении Армении со стороны ОДКБ? Это как-то повлияет на деятельность? Вы знаете, вся суть в том, что когда какая-то сторона председательствует, она должна взять на себя, скажем так, руководство вообще процессом развития организации. То есть, конечно же, частично мы должны и более усиленно представлять и защищать наши интересы, но одновременно мы должны защищать те подходы, которые формируются в рамках, допустим, СКБ, ОДКП, то есть верховного организованного органа, который соответствует также нашим интересам. Естественно, это должно так быть. Я не знаю, каковы планы на сегодняшний день, но здесь опять-таки два момента. Первое, естественно, развивать организацию в том направлении, которое мы считаем необходимым и с точки зрения наших национальных интересов. И второе, конечно, за уже напрямую защиту наших национальных интересов. И здесь есть второй момент. Это не только во время председательствования нужно делать, это нужно делать постоянно. Связи личные,
дипломатические связи, отношения, представления, работа со всеми, да, со всеми партнерами, со всеми. Более, скажем так, активная дипломатическая работа, более предприимчивая дипломатическая работа, оно необходимо. И во всех организациях, тогда и в НАТО это так. Вы смотрите, и в НАТО есть проблемы между государственными членами. Турция и Греция, в принципе, стояли и сейчас стоят на пороге войны. Франция и Греция сейчас заключают альянс для защиты Восточного Средиземноморья от одного из наиболее сильных членов НАТО – Турции. То есть здесь идет определенная дипломатическая подход. Здесь в ОДКБ нет у нас государства, то есть Азербайджан не является членом ОДКБ, но у него есть отношения по поводу вот, тюркских организаций с Киргизией, Казахстаном. Ну и что? Но мы должны работать в ОДКБ, работать в Евразэс и так далее и тому подобное. То есть это идет дипломатия. Здесь дипломатия должна работать. И здесь мы должны быть наиболее предприимчивыми, наиболее активными и представлять и защищать наши интересы всеми теми средствами, особенно сейчас, которые нам доступны. Вот вы сказали, что война, по сути, она не закончилась, и мы постоянно... Не, она тогда не закончилась. Она, то есть, не было договора об окончании войны, начиная с 1988 года, если мы просматривали. То есть я не считаю 44-дневные боевые действия отдельной войной, как и в 16-м году. Понимаете? Вот все, в чем суть. Ну, после 9 ноября, когда было подписано соглашение о прекращении огня, по сути, провокации продолжаются, на границах Армении неспокойно, мы продолжаем терять наших военнослужащих. Эти провокации и вот эта агрессивная риторика со стороны Азербайджана и Турции, то есть... Куда вот эти действия, к чему они ведут? Можно ли снова ожидать обострения каких-то снова боевых действий, на ваш взгляд? Вы знаете, вопрос более шире. Я всегда говорю, к вопросу нужно подойти шире, чем очень часто рассматривают. Боевые действия и объединенные действия Азербайджана и Турции против Республики Арцах и против Республики Армения, они имеют корни идут не только от желания решения арцахской проблемы, но и по реструктуризации геополитического поля. И здесь мы видим напрямую продолжение вот всего этого процесса. Что сейчас происходит? Буквально через год после начала, не окончания, а начала боевых действий, уже усиливается напряженность на границе Азербайджана и Ирана. Турция накапливает силы, Иран проводит боевые действия. Говорят о том, что подключится уже какие-то идеи, подключится Пакистан и так далее и тому подобное, третье, четвертое. То есть все государства, которые... так или этак были втянуты в дипломатическом или географическом или точки зрения в этот процесс, они должны были понять, что это не отдельная война, это не отдельные боевые действия, это часть глобальной подхода по реструктуризации геополитического поля на Южном Кавказе. Тот же Иран, он должен был понять. Вот, и я замечаю сейчас риторика Ирана, руководство Ирана, оно более такое, четкое и жесткое. Но и тогда было, даже по ходу боевых действий, по ходу удара азербайджанка турецких вооруженных сил и наемников, удара по южному направлению, это было абсолютно понятно, что целью является контроль именно той части, которая была наиболее важна для Ирана, естественно. Если мы просматриваем с точки зрения геополитики. И если мы просматриваем с этой точки зрения, мы понимаем одно, что да, напряженность будет. Вот какова будет роль Армении? Как Армения выдержит все это?
Это уже вопрос второй. Я предполагаю, что будут попеременная напряженность, потом ослабление напряженности, напряжение, ослабление от напряженности и так далее. И здесь также понятно одно, что главная роль Турции в подталкивании Азербайджана к такой политике антиармянской, в конфликте с Ираном, если оно продолжается, оно будет продолжаться, Турция будет стараться укрепить свои позиции везде, где это будет возможно. Вот этот конгломерат, он будет, конечно же, действовать постоянно. Оно будет влиять на... Здесь наши подходы должны быть к тому, чтобы сохранить мир, однозначно. Уберечь Армению от столкновений, восстанавливать вооруженные силы, восстанавливать наши дипломатические отношения, укрепить наши отношения с нашим основным стратегическим партнером Российской Федерации, дружественной для нас страной, быть более активным на международной арене, находить более новые какие-то возможности для дипломатии и стараться развивать государство, развивать страну. Это очень важная вещь. То есть вот эти наши, по-моему, стратегические подходы. И, конечно же, очень-очень четко, очень ясно понимать, что происходит в регионе и к чему это может привести. Мы должны сейчас, по моему глубокому убеждению, специалисты особенно обращать свое внимание в большей степени на международную обстановку и обстановку за пределами Армении и постоянно держать руку на пульсе. Мы не можем управлять этим процессом, но мы можем как-то влиять на этот процесс, особенно усиливая дипломатические отношения и с Россией. Вот, говоря о роли Турции, о ее претензиях, как вы оцените речь Эрдогана в ООН? И еще вот на днях состоялась встреча Эрдогана и Путина, где господин Путин заявил, что в регионе многое зависит именно от Турции, от ее позиции. То есть вот Турция вот на данном этапе к чему стремится, как вы вот это все оцените? Вы смотрите, речь Эрдогана, по сути дела, она, скажем так, кидала камни по нескольким направлениям. Это речь руководителя государства, которое на сегодняшний день ведет экспансионистскую политику. Речь руководителя государства, которое почувствовало свою силу, к сожалению, почувствовало свою силу, и оно как бы стремится играть свою более автономную роль. Хотя полностью Турция вряд ли сможет быть автономной, но все-таки. Политика Турции, она зиждется на нескольких подходах. Один из подходов – это, конечно же, скажем так, разговоры о том, что Турция сейчас работает над воссозданием османского наследства. Ну, по-моему, они прекрасно понимают, что воссоздание османского наследства, оно нереально. И с этой точки зрения, вот этот подход прикрывает, по-моему, прикрывает другие подходы. Одни из этих подходов – это просто создание взаимоотношений по разграничению, жесткому разграничению России и Китая через объединение или через усиление дипломатии Турции и среднеазиатских государств, которое, по-моему, не очень-то и большого успеха не добьется Турция в этом. Почему? Поскольку такие государства, как Казахстан и Узбекистан, да, конечно, Турция для них может быть хорошим партнером, ну, но эти государства настолько сильны сейчас, что они вряд ли пойдут на то, чтобы уменьшить свой, скажем так, свою власть, да, свою самостоятельность и попасть как под определенное влияние Турции. Это я не вижу здесь какой-то реальной базой.
То есть Турция не сможет продавливать в этих государствах что-то. Другое дело, ну, конечно же, Азербайджан, и здесь совсем другой момент. Это первое. Второе, Турция попыталась стать султаном мусульманского мира, как это было до Первой мировой войны. Но здесь, естественно, она потерпела поражение, поскольку вместо этого восстановила против себя наиболее крупных игроков. То есть Египет, наиболее крупное государство, Иран, наиболее крупное государство вот в нашем регионе и, по сути дела, государство, которое имеет тысячелетнюю имперскую историю. Оно восстановило, в принципе, против себя и Саудовскую Аравию, наиболее богатую арабскую страну, и так далее, и тому подобное. То есть здесь я вижу, что Турция вместо того, чтобы смог быть, ну, скажем так, лидером мусульманского мира, нас наоборот восстановила против себя вот эти государства. И третий момент, о котором у нас очень мало говорят, хотя я несколько раз писал об этом. Значит, в прошлом году было столетие принятия решения турецким парламентом в 1920 году. Это так называемое Мисаки Мили, то есть, как это по-русски сказать, решение о большой цели и так далее. Было принято решение, что некоторые районы, по сути дела, должны перейти к Турции. Это Батуми, это Мосул, это часть Сирии, это Восточное Средиземноморье, это некоторые острова, то есть именно тот периметр, о чем вот во время последнего, почему я это сказал, последнего выступления в ООН, по-моему, если я не ошибаюсь, говорил Эрдоган, и до этого говорил. То есть вот эта политика, она в прошлом году было столетие этой политики, и они прочерчивают именно те моменты, где сейчас чувствуется активность турецкой стратегической силой, экономической или военной и политико-дипломатической. Вы просмотрите, везде они вот в этих точках есть. Это прописано. Вот, так что внешняя политика Турции вот в этом и состоит. И, конечно же, четвертый момент – это желание проконтролировать Каспийское, Черноморское, Средиземноморский регион через Азербайджан в Каспийское море. В Черном море оно уже существует, но продавана помощь в этом Украине и так далее нескольким государствам, чтобы укрепить позиции, и контроль Восточного Средиземноморья. Вот политика Турции трех морей. Вот все это и характеризует на данном этапе геополитику Турции. И еще есть очень важный момент, это, конечно же, личность Эрдогана, который стремится укрепить свою власть путем внешней военной и экономической политики, экспансии. Вот в чем суть. Там экономика падает, проблем много, но Эрдоган компенсирует все это внешнеэкономической, внешнеполитической и особенно геополитической и геостратегической экспансией. Мы должны понять, что это и в его личных интересах. И здесь вот это личные интересы, как и в Азербайджане, интересы Алиева личные, вот эти два момента, они укрепляют, они подталкивают их к такой политике, которая на сегодняшний день не существует. В Армении после подписания соглашения 9 ноября и после политического кризиса, в который попала Армения, и неизвестно, сейчас вышла или нет, создалось движение, которое называется «Сильная Армения с Россией за новый союз», которое выступает за то, чтобы Армения вступила в союзное государство вместе с Россией. Как вы относитесь к этой идее? Вы знаете, я об этом говорил, по союзному государству, в принципе, я отношусь положительно. Просто мы должны понять, как, что это даст. И первым этапом должно быть более, скажем так, четко очерченные отношения с Россией. Четко очерченные отношения с Россией и работа с общественным мнением в Армении. Это однозначно.
Так что я об этом уже давно и уже говорил несколько раз. Вопрос в том, что армяно-российские отношения, они действительно имеют вековые, многовековые корни. И когда Исраэль Ори поехал в Европу, потом поехал в Россию и там нашел понимание, это было неспроста. Вы знаете, география однозначно диктует геополитику, а геополитика диктует политику. Но, что очень интересно, наша близость не только это, но наша близость и действительно цивилизационная. Смотрите, Фернан Бродель, один из крупнейших специалистов французских по геоэкономике, экономическому и истории, предложил вот такое разделение геополитической истории человечества. Первое – это так называемая история мероприятий. Оно наиболее короткое, оно наиболее нервное, то есть какие-то политические моменты, грызня и так далее и тому подобное. А это короткие вещи, но оно постоянно держит напряжение. И человечество, и особенно политически заинтересованные люди и сейчас, и во время Средневековья в большей степени обращают внимание на это. Кто кому что сказал, кто кого как подставил, какие политические силы, что сделали. Потом идет политика, то есть история циклическая, то есть циклами, это 20-30 лет. Они очень часто повторяются, здесь уже возможности по развитию государства. Так, в течение 20-30 лет вы можете развить государство, поставить на какие на ноги, так, усилиться или наоборот потерять что-то и так далее и тому подобное. А вот третий момент, это крупнейшее, это так называемые долгосрочные моменты или времена длинных веков. Это уже цивилизационные движения. Вот очень часто люди просто не замечают, поскольку это гораздо больше несколько раз, чем жизнь человека. Но вот они являются именно базовыми, на них строятся и цикличное, и так. И когда мы просматриваем вот это мы же видим в течение нескольких сот лет, вот это цивилизационное сближение, взаимопонимание, оно постоянно существует. На этом нужно строить, но и однозначно, конечно, работать над защитой наших национальных интересов. А сейчас это соответствует нашим национальным интересам. Был очень интересный по поводу армяно-российских отношений предыдущий посол Франции во время одного из своих последних, когда он говорил о войне, о последних боевых действиях, о роли Европы, Франции, России, сказал, что если бы не было российских вооруженных сил, там могло бы не быть армян сейчас. И, во-вторых, он сказал, что Франция будет работать на мир, но она не сможет, скажем так, военной силой защитить. То есть это посол страны, которая на сегодняшний день не является, скажем так, союзником России. Но это было очерчено четко и ясно. То есть роль России и сейчас, и в это время, и особенно сейчас, оно является, конечно же, гарантом обороны. И просто нужно работать постоянно с нашим стратегическим партнером. Вы обратились вот к Франции, которая тоже является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. У меня вопрос, вот если в отношении России Армения должна укреплять свою, развивать интеграцию, укреплять связи, то как она должна, к чему она должна стремиться и что она должна ожидать от двух других сопредседателей Америки и Франции? Ну, смотрите, взаимоотношения Армении с Францией, они тоже имеют давние традиции, очень сильные, скажем так, культурные связи, очень большая армянская диаспора. Кстати, и в Соединенных Штатах также. Что очень интересно, это просто ремарка. Во всех трех государствах армяне в основном живут на юге. В Калифорнии, да, около Марселя, и на юге России, это Краснодар.
В общем, это южный народ мы. По Франции, конечно же, здесь однозначно по Минской группе нужно работать, нужно продолжать работать, естественно. Здесь и нужно понимать совпадение интересов трех сопредседателей однозначно с Францией. Конечно же, Франция постоянно поддерживала Армению на дипломатическом поле, это однозначно есть, поддерживала и сейчас поддерживает. И здесь мы должны, конечно же, это также крепкие отношения с Францией являются нашей стратегией, нашим национальным интересом. Соединенными Штатами Америки, там тоже оно является, это крупнейшее государство, оно является сопредседателем Минской группы, и то, также, с ним также нужно продолжать работать. Там проблема в следующем. Если до, скажем так, 19-го года взаимоотношения, даже до 20-го, конца 20-го года, начала этого года, взаимоотношения, допустим, между Соединенными Штатами и Францией были, ну, проблемными, но не такими острыми, то есть конфликтными, как сейчас. Вот сейчас, после знаменитой этой сделки с подводными лодками, взаимоотношения очень сильно расстроились, мягко говоря. Министр иностранных дел Франции заявил, что Франции ударили в спину ножом. Вы помните, такое выражение применил президент России Путин по отношению к Турции. А там это же союзники Франции. Вот. Такими же острыми были взаимоотношения во времена Деголя и о Соединенных Штатах Америки, когда Франция стала говорить о обороне по всем азимутам. Ну, скажем так, в американском истеблишменте лицо у всех вытянулось, как это оборона по всем азимутам, даже и против Соединенных Штатов. Тогда Франция обменяла все свои рваные доллары, которые были на золотой запас. Тогда Франция создала свои автономные ядерные силы, и тогда Франция же вышла из НАТО. То есть такой момент был. Но и сейчас они получили сильнейший удар действительно в спину. Но это не в принципе, это очень большая крупная политическая ситуация, геостратегическая, когда англосаксы просто переформатируют весь мир. Вот сейчас говорят об объединении Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии. Но это сейчас говорят. Но есть и знаменитая УКУСа, так называемая. Это объединение пяти англосаксонских стран, Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Это союз электронной разведки. То есть это союз, который сейчас стремится контролировать всех. Мы помним и скандал с переговорами Меркель по телефону, прослушаем. То есть это первое. Второе, так называемое Канзюк, он есть. Это Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания. Это что-то вроде конкурента Европейского Союза. В 1967 году был вот такой подход, сейчас он разрабатывается. И вот если мы просматриваем, мы видим, что англосаксонские страны, они переформатируют, все объединяются в военном, разведывательном, экономическом, финансовом поле. И вот с этой точки зрения Турция, по моему мнению, она как был всегда, тогда так и будет, и остается, и впоследствии будет более близким вот этим англосаксонским странам, то есть странам Большого моря. Вот в чем суть. А Франция получила то, что было уже не раз в течение последних времени. Это связанный скандал с Алстом, когда американцы просто, скажем так, оттяпали часть энергетических возможностей Франции и так далее. Об этом французы очень много пишут. И так далее, и тому подобное. Просто здесь, наверное, не место. Но это очень важная вещь, мы должны все это понимать. Мы должны это все действительно понимать, вообще, что происходит. Почему? Поскольку мы часть этого процесса. И сейчас что есть? Есть континентальная Европа, то есть Франция, Германия, Испания, Италия и так далее. То есть
каролингская, скажем так, Европа, которая идет с Карла Великого, и есть англосаксонские страны, которые переформатируют весь мир. И когда строится политика Армении с Европейским Союзом или с Европой, мы должны понимать вот весь этот процесс. Кто, как, что, кто с кем и так далее. Вы очень подробно разобрали геополитические процессы, которые сейчас происходят в мире. И у меня вопрос сейчас не связан с геополитическими процессами, он больше связан с деятельностью Академии, которой вы руководите. Можете подробнее рассказать о ее деятельности? Занимается ли она научной какой-то направленностью имеет? Спасибо. Академия была создана в 2013 году за подписью при президента Российской Федерации Путина. Тогда Россия была председательствующей страной в СКБ, в СКБ-ОДКБ, и было принято решение о создании Академии ОДКБ в Армении. Потом было подписано решение между секретарем Совета Безопасности, Совета Национальной Безопасности Республики Армения и генеральным секретарем ОДКБ Бордюжей. Потом было подписание меморандума, потом был протокол между, то есть это основополагающие документы, протоколы, подписанные между секретарем Совета Безопасности Армении и секретарем Совета Безопасности России. Вот, и так далее. Правительство Армении приняло участие, предоставило здание, которое было отремонтировано на, скажем так, поддержку, на средства, которые пришли в поддержку отреставрирования этого здания. Оно было полностью, скажем, ну, отреставрировано, и сейчас оно действует. Академия начала действовать. Это вуз, высшеучебное заведение, одновременно осуществляющее и научно-исследовательскую деятельность. Вот. В Академии действует Институт ОДКБ, Институт ЯС и Институт информационной безопасности. Ну, были немножко трудные времена, сейчас, надеюсь, эти времена уже преодолены. У нас сейчас прием идет прекрасные, очень интересные, прекрасные студенты. Притом в магистратуре и в бакалавриате учатся люди, которые и прошли через боевые действия, наши молодые солдаты, наши солдаты, которые вернулись, слава богу, живыми и невредимыми. У нас очень много военнослужащих, которые хотят получить второе образование. Вот, вот буквально неделю тому назад вернулись наши студенты, которые участвовали в России. Там была летняя школа историческая, международная летняя школа. Более 10 наших студентов поехали туда. И финансирование осуществлялось полностью со стороны наших российских партнеров. Я вам скажу, что подписаны соглашения сейчас по двойному диплому по системе сетевого высшего образования. То есть, что это означает? Основным нашим партнером является Государственный академический университет гуманитарных наук. Это университет Российской национальной академии наук. Университет, который осуществляет свою деятельность на основе академической науки, академических подходов. Ребята, которые окончат наш университет, получат двойные дипломы. Это очень важно. Российские и армянские дипломы. Мы осуществляем также совместные программы по переподготовке. Те, кто кончает вот эти программы, они получают, опять-таки, двойные сертификаты, российские и армянские. Это открывает им двери для работы в очень многих сферах, да и в Армении. Но, что самое важное, они получают образование очень хорошее и высокого уровня. Так, у нас постоянно проходят круглые столы, участвуют дипломатический состав стран-членов ОДКБ и ЕАЭС, значит, представители министерств ведомств Республики Армения, смотря какая тематика. И постоянно после вот всего этого мы представляем наши подходы, то есть коллективный
подхода мы представляем и вот в нашей государственной, в нашей государственной структуре. В общем, я не хочу делать это рекламой, но почему она была создана? Она была создана для поскольку Армения была, находилась на острие южного рубежа и непосредственно в соприкосновении с Турцией. Это была частично была направлена на усиление потенциала Армении по военному, ну, политическому интеллекту и одновременно по подготовке кадров в Армении для других государств. То есть мы стали организацией, экспортером интеллекта. Вот это для нас очень важно. Но сейчас работаем и сотрудничаем, наше сотрудничество расширяется. У нас более 10 договоров с государственными лучшими вузами Российской Федерации, с 23 субъектами Российской Федерации, вузами и так далее и тому подобное. Но наше желание подготовить студентов, которые будут конкурентоспособны, так, и которые смогут найти свое место и служить и себе самому, и своей родине, и вот, быть в центре международных отношений. Господин Шагильтян, большое спасибо за интересное интервью. Спасибо вам.